атаки динамовцев. Прекрасно сыграл капитан Игорь Добровольский. Прекрасно, но и надо отметить вратаря, хозяев поля. Динамовцы продолжают отказать. Добровольский опять в конце площадки. Ну, надо забивать. И Игорь Симутенко добивал мяч в сетку ворот. Ну что, посмотрите, как прорывается сквозь Шестаков ног Добровольский. Штайн отбивает мяч прямо на ногу Симутенкову. Так, на 23-й минуте динамовцы открыли счет. Вы знаете, это все равно приятно. Мы, конечно, с вами реалисты и прекрасно понимаем, что проиграть на своем поле 0-6, то что можно сделать? Но бороться каждая команда. Великолепнейших прошлых футболистов. И динамовский клуб прекрасно играл в международной арене. Опасный момент. Добровольский, штрафной площадке. Надо забивать, Игорь. Гол! Вот посмотрите, несмотря на то, что Айнтрахт взвинтил темп, обрушил. Вот сейчас ждали, что положение вне игры, пытались искусственно сделать. Но вот вы видели, слева-то игрок был, и Добровольский чуть-чуть паузу сделал. Сначала он, по-моему, подумал, что в офсайде, но сделал паузу где-то на замахе, обманул вратаря Ули Штайна, этого опытнейшего голкипера Айнтрахта. И вот посмотрите, вы видели, какую он паузу сделал и забивает второй мяч. Ворота Айнтрахта. Динамовцы могли в конце первого тайма выйти вперед. Мы тут обменялись мнением, потому что там был 11-метровый явный. Я думаю, что мои коллеги в футбольной передаче нашего футбольного обозрения «Гол» покажут подробно этот момент. И вы еще раз можете видеть. Это не потому, что наши играют. Атака продолжается. Фалькенмайер. Удар поворотом. Гол. По-моему, это уже Байн отличился. Ну, давайте посмотрим, какой момент. Так, сейчас тоже из динамовских защитников. Мне кажется, Смертин сейчас прозевал момент. Это был вот Сирис, а вот здесь вот стоял. Вот сейчас мелькнул Смертин. Уве Байн направил мяч мимо Клейменова в сетку ворот. Вот он на вашей.